Алло. Да, дорогой, слушаю. Настя, ты что там, спишь, что ли? Да нет, тут с клиентом сейчас, блядь, поскандалило, блин. Здесь не рассмотал, блядь, неадекватный какой-то. Чего-чего? А с клиентом поскандалило, говорит, блядь, неадекватный какой-то. Да ты чё, а чё случилось? Обкурился, что ли, нахрен, или пьяный, понятно. Офигеть. Подъехал, блядь, назвал ему адрес. Ну, типа, по телефону как бы нормальный. Я говорю ему, объясняю, что в ночное время, говорю, у нас оплата, говорит, идет. Говорит, ну, заметь это, чтобы закрыть, говорит, 1000 рублей. Остальные 2000, говорю, по факту. Ну, он оплатил, специально оплатил, блядь, дошел в апартаментах. Поломал мне все гаджеты, блядь, порвал все одежды, блядь. Все гаджеты сломал? Конечно, телефон мой сломал. А, в смысле, что за идиот? Дай его телефон. Если хочешь, я с ним разберусь. А да, он уже сволочный, понимаешь? Чего? Сволочный, я даже не платил, платил, но... Блин, нет, Кисуль, это... ты что там, плачешь, что ли, малышка? Я теперь плачу, ты... Малыш, ну ты что, не плачь? Ну, кот сломал, ты. Какие, блядь, адекватные вещи. Работаю, блядь, твое тело, а не, блядь. Блин, Кисуль, ну не плачь, ты чё? Я хотел позвонить с тобой отдохнуть, а ты тут, блин... Мать, извини, пожалуйста. Малышка, ну не плачь, пожалуйста, иди обниму тебя. Ты просто неадекватность, нормально прям объясняешь им какие. Да блин, я не знаю, я бы хотел сказать то, что я тебя понимаю, но я не могу понять, как такое возможно. Девочка, бежай. Блин, девочка, ну не плачь, пожалуйста. Ты сейчас сможешь вообще работать? Подъедешь ко мне? Да, могу. Кисуль, блин, ну пожалуйста, давай поднимем тебе настроение, не расстраивайся, малышка. Малышка, улыбнись, пожалуйста. Да, ну да, еще нормально. Точно? Так, ты на часик надувал. Блин, я бы хотел тебя вообще на всю жизнь забрать. Тут, блин, мне так тебя жалко стало, малыш. Блин, малышка, пожалуйста, не плачь. Подъедь ко мне, я тебя пожалею, пожалуйста. Блин, я так не люблю, когда таких кисочек обижают, блин. Походу возьмешь шампанское, будь со мной. Да, возьми. Хочешь, хоть водку возьми. Если хочешь, напейся. Если тебе хочется, напейся. Я тебя понимаю. Блин, у тебя... Я просто хочу расслабиться, посидеть спокойно. Ну, я, если честно, тебе звоню ради секса, но... В принципе... Ладно, Зай. Я понимаю, Зай. Отдохни, все нормально будет, Зай. Побеседуем. Ну, как бы посидим не насчет этого, у кого-то просто расслабиться. Малышка, давай, знаешь, как делаем? Я тебе закажу на ночь. Мы с тобой для начала посидим, я тебя успокою. Все нормально будет. После, там, часик-два посидим с тобой, там, пообщаемся. Я тебе отвечаю, я тебе настроение подниму. Главное, не плачь, малышка. А потом я тебя обниму, приласкаю. Если не против, займемся с тобой любовью, ладно? Ладно, мой котенок, будет все нормально для тебя. Да, все будет хорошо. У тебя все будет хорошо, малышка, не переживай, пожалуйста. Смоленская, дом 21. Смоленская, дом 21, а это недалеко от нас. А, это вообще отлично. Ну, 20. Только не плачь, пожалуйста. Вот сейчас улыбнись, а лучше просто вот так посмейся. Ха-ха-ха, типа, все хорошо, пожалуйста. Все нормально, Зай. Посмейся, пожалуйста, малыш. Так что все, Зай. Ты смеешься или плачешь? Думаешь, что какой раз? 71. 71? Да. А, все, Зай. У тебя WhatsApp на этот номер есть? Есть. Только посмейся, чтобы я понял, что у тебя настроение улучшилось. Хотя бы немножечко. Да все нормально, Зай. Все, не переживай. Просто вот так сделай. Ха-ха-ха. Я пойму, что ты
Ты смеешься или плачешь, малышка? Я смеюсь, Зай. А что я не слышу? Ну посмейся, ха-ха-ха, вот так. О, все, блин. Я люблю, когда такие красотки смеются, улыбаются. Настроение поднял, котенок. Ой, да ты моя золотая. Давай, я тебя жду. А все, Зай, на этот номер, говоришь, есть WhatsApp, да? Да-да-да, Кисуль. Все, Зай, слушай, котенок, я сейчас тебе реквизиты скину хозяйке. Оплачиваешь там половину процента, понимаешь? А так, а сколько? Я так и не услышал, сколько стоит ночь? Там 12 тысяч у нас ночь стоит. Так, 6 тысяч тебе закину, ты подъедешь, да? Да, вот, просто хозяйка, мне просто там... Все, малышка, все, делать, без да. лишних слов, сейчас я закину, я тебя жду. Главное, не расстраивайся, пожалуйста, малышка. Мама, котенок, вот таких люблю, прям, так прям на сердце ошло. Блин, я тебя тоже обожаю, блин, я бы на тебе женился, но извини, блин, ну... Я тебя укушу, приеду. Укусишь? Да. Надеюсь, за задницу? А? За задницу? Посмотрим. Ну все, давай... Только сильно не кусай, а то бешенством заболею каким-нибудь, ладно? Все, ну все, отлично. Не, ну сама знаешь, там, зато сейчас укусишь, потом эти уколы делают живот от бешенства, а они мне не нужны. Все, давай, кисуль, я тебя жду. Это что за фигня сейчас была? О, все, да, пес. Я тебя, мама, да. Ты вообще слышал, с кем я сейчас общался? А, блин, хотел с этим обсудить эту дурочку. Алло. Да, кисуль. Знаю, что-то WhatsApp тебе не нахожу никак. Так, погоди, у тебя WhatsApp на этом телефоне? Ну да. Знаю, можешь сейчас набрать, я продиктую по номеру телефона. Так. Да я есть в WhatsApp, я не знаю. Тебе знаешь, что нужно? Найти мой телефон. Ой, сохранить. А, я не сохранил, вот поэтому, наверное. Сохрани его, да. Только сохрани меня как котенок. Все, котенок, давай. Давай. Че, пес? Ну что там, кучерок? Ты слышал, да, блин? Кучерок тебя сохранить. Сейчас какой-то мужик. Да, блядь, обкуренный. Это же тоже пацан, да? Ну, мужик. Зачем он плачет? Мужик это. Да это он актер. Он под солями, походу, наверное. Я думаю, блин. Да. Я смотрю. Ты ему позвони, скажи, чтобы он тебя записал. Слушай, ты позвони ему, скажи, чтобы он тебя записал как утенок, а не как котенок. Я тебя понял. А что, ты тоже смотришь мой эфир, да? Будет заебись. Че? Тоже смотришь мой эфир? Да я тебя вообще, ты пропадаешь где-то. Я говорю, ты мой эфир тоже смотришь? Признайся честно, нравится тебе? Короче, давай, все, давай, Кусь. Да я тебе прикалываюсь, ебану, и тебе наебаю, все. Давай, да, было что, да. Да, пес. Ну что там, Зоя? Так он мне скинул номер карты, сейчас я ее блокну, перезвоню. Почему? Просто огорчишь его, просто, да, будет ему обидно. Ну, понятно, блин, о чем он плачет? Бля, плачет, он так деньги зарабатывает. О. А, прикинь, ну, да, он плачет, да? Базар повелся, блин, которые в России живут и ведутся на эту хуйню. Ой, блин. Реально, ему надо быть долбанным. На такой голос, повестись. Как у тебя, как у него, блин, это, я не знаю, нужно быть пьяным очень сильно, чтобы повестись. Нет, ну согласитесь, у меня хоть более-менее голос. Да нет, ты же со мной не один раз общался, я с первых ноток тебя узнаю. Я ж с тобой... Я тебе за свои слова отвечаю, ты меня второй раз вот сейчас заблокировал симку мне, вот за все время. А, ну значит два раза с тобой общался. Помнишь, когда я тебе тоже блокнул? Нет. Недавно. Ты меня заблокировал симку, а я тебе симку захуячил. Тоже Билайн. Потом ты перекинул на Йоту, что-то помнишь, что-то было? Момент. Ну, не помню. Ну, ты вот второй раз. Не ну, помню. Короче, ладно, вот, давай, я тут назад. Это, блокирую симку, мешаешь. Да ты что? Давай, дабл и чада, пёс. Ну, давай, да, дабл и ча мама, давай. Тут, мама, давай. Мама, ча мама. Алло, кисуль. Да, Зай. Да, я это, делаю оплату, там какой-то МТС банк.
Ни фамилии, ничего не выскакивает. МТС банк. Ну, оплачу тогда там Тинькофф. Выходит, выбери банк Тинькофф по этому номеру. По какому? Сейчас продиктую. По какому, по какому? Да, котенок. Кисуль, я не понял, мне куда закидывать? На Тинькофф или на МТС банк? Тинькофф. Так, а я на МТС уже оформил 6 тысяч. Я тебе сказал, Зай, на Тинькофф. Чек бы сразу. Алло. Да. А ты что, Зай, на МТС закинул? Да, 6 тысяч. Ну вот у меня платеж висит. Блин. А чек можешь скинуть? Так, давай сейчас. Но. Давай. МТС-банк. А я ваш голосовой помощник. Если ваш вопрос касается услуг мобильной связи, домашнего интернета или телевидения, скажите «да». Звоните по вопросам банка, скажите «другое». Другое. Уточните, что именно вас интересует. Подтверждение платежа. Соединяется со специалистом банка. Давайте. Уважаемый клиент, если вы желаете оценить качество обслуживания, нажмите 0. Если нет, нажмите 1. Оценка производится по 10-бальной шкале. Система перезвонит вам после завершения консультации в контактном центре. Здравствуйте, я Юрий, помогу с вашим вопросом. Здравствуйте, Юрий, меня зовут Михаил. Все, клиента нашел, карту временно заблокировал. Так, отделение банка в городе есть? Алло. Алло, Кисуль, а тут какая-то что-то беда. Мне сейчас звонили с моего банка. Какие-то данные у меня узнавали, чтобы на МТС деньги ушли. Я все назвал, сказали нет. Этого недостаточно. Типа. Ну ты что, Зай, взялайся. Слушай, Зай, давай на баланс просто. Который тебе отправил номер, просто на баланс и все. Это как... пополнить, оплатить мобильную связь. Тот, то, что ты скинула, да? Да, да, еще давай. Не, а я туда же, я ж по телефону туда могу на Тинькофф закинуть. Ну, закинь. Там же эта система платежей, да, там кто получатель у тебя будет? Ты, да, малыш? Ну, не, хозяин у нас здесь в салонах получать. Так, кто там должен выскочить? Подскажи, пожалуйста. СБ, по-моему. СБ? Да, да. В смысле? Собака, что ли? Алло. Алло, да. Не понял, что за СБ? Казаченко Сергей уходит. Не услышал. Алло. Да-да-да, слушаю. Сергей будет получатель. Казаченко Сергей? Да, там привязан номер, все. А, все, я понял. Все, тот телефон, то, что 910 что-то, да, ты скинула? Все, Кисуль, я понял. Сейчас я посмотрю, деньги у меня не ушли на МТС, потому что на МТС сказали, типа, извините, до свидания. Ну ладно, давай, сейчас хочу. Давай, малышка. Ой, Тинькофф, Т-банк. Вас приветствует Т-банк, бывший Тинькофф. В целях контроля качества наш разговор будет записан. Готово, я все зафиксировал. Спасибо вам большое, что обратились. Там сейчас не получится. Да, Кисуль, денежка ушла. Я закинул 6 тысяч. Ушла. Олень. Алло. Малышка. Чего ты купил? Малыш. В смысле? У тебя что, опять что-то с настроением? Настроением? Ты просто пиздобол, блядь. Вот ты в смысле? Я тебя не пойму. Скинь чек в WhatsApp. Чего? Чек, отправление. Скинь в WhatsApp. Там получатель Борисович К. Ты мне, говоришь, чек скинь. А, я тебе сейчас скину вообще без проблем. WhatsApp. Да, давай сейчас скину.
Угу. Давай. Алло. Алло, Кисуль, закинул чек. Время. Чего? Сейчас время. Алло. Подожди секунду. Кисуль, ты что там, плачешь опять, что ли? Что случилось? Альди, фамилия. Подели чеки дальше. Чего? Подели чеки. Блин, малышка, тебя очень плохо слышно, пожалуйста, погромче. У тебя все в порядке? Говорят, где фамилия здесь получателя? А, так уже не выскакивает фамилия, я заблокировал эту карту и ту карту. Какую заблокировал? МТС заблокировал и Тинькофф заблокировал. Все, их не больше нет. И личных кабинетов нет. Подъезжай ко мне, я тебе гаджеты сломаю. Я разблокирую нахрен эти карты, поверь. Как ты сейчас плакал? Ты такой конченый, ты даже не человек, ты ублюдок, ты знаешь об этом? А я? Алло, да, Настя это? Угу. Настя, хотите, чтобы я вас заказал? Угу. Алло, Настя. Да-да. Да, скажите, пожалуйста, сколько стоит денег, чтобы ко мне поехали отдыхать? Сейчас 3000. Сколько сейчас? 3000. Вот, давайте, я хочу вас. Алло. Да, Настя, я все, поедете ко мне? Угу. Я буду еще, да, приеду. На Советскую 21 поедете, вы сколько вас ждать? Ну, я буду еще до минут 20. Сколько минут? Минут 20. Все, я вас жду. Ждете, да? Да. Реквизит отправить в WhatsApp или в SMS? Что надо? Да. Для оплаты услуги реквизит WhatsApp или в SMS. Так, это зачем? Какая оплата? У нас вы понимаете, я не могу так, если там. Так, Настя, извините, пожалуйста, вас вообще я не слышу. Вы меня слышите? Да. Что, мне вас сколько? 20 ждать минут? Да, 50% оплачиваешь, остальные после отдыха подаешь. 1500 надо сейчас платить, или что, не понимаю? Да, остальные после отдыха. Так, а сколько ждать вас? 20 минут. Так, все, а куда надо оплачивать? Да, буду чата, сейчас скажу. Алло. Да, я здесь, вы меня слышите, я вас очень слышу плохо. Денис, у нас уже тренировки, надо полную стоимость оплатить в такое время суток. Чего? Полную сумму, говорю, надо оплачивать в такое время, выходит у меня сейчас. Так вы только что сказали на 1500. Да, это в дневном времени. Сейчас в такое время полностью оплачивается. А у меня есть наличные деньги, у меня там, я не знаю, у меня 1002 может есть, у меня больше нету. Нет, 3000 надо. Так что готовы, нет? Ну вы точно пьете? Да, конечно. Чтобы не получилось то, что я оплачу, а вы не пьете. Да нет, а что? Ну все, хорошо. 20 минут, да? Да. Оплачивать все. Все, хорошо. Готовы платить? Я же сказал. Угу. А куни сделаете? Кого? Куни сделаете, леднете? Это что? Это в комплекте у нас включено. Леднешь у нас? У кого у вас? Ну, у меня, я как бы сестрее сказать. Точно все. У меня я не знаю, что это такое. Это в смысле целоваться или что? Как? Это целоваться? Ну да, целовать меня в письку. Я такое не делаю. Ну, по
попробуй. Ну, поедешь уже на месте, там, если покажешь, там, что, как, все, не знаю. Ну, я такое не делал, не знаю даже. Не знаешь, да? Угу. Я тебя научу. Алло. Да, да, я слушаю. Я тебе говорю, научу, как. Ну, все, научите. Да. Я-то уверен, что они все знают, что это. Yeah. Да, йо, а что ты скинулся? Алло? Скинулся? А, это связь, наверное. Чего? Связь, говорю, наверное. Ну, конечно, такая ублюдина сидит на том конце провода. Ты же только что плакала, не забудьте об этом, ладно, псина? Лизнешь? Нормально, научу тебе. Ну ты же умеешь. Да, умеешь, да, лизнуть. Конечно, можно. Вы же там со скольки, с 9 лет друг другу лижете, да? У вас же такие традиции. Ну ты лижешь, у меня тебя обоссать будет плохо. Ой, да кого-то там обоссать можешь. Максимум, ты кого-то можешь обоссать, сейчас пойти. Чтобы я выйду. Дурачок, кстати, я с тобой такой видос сделаю. В салоне одна, и тяжкая доля мне отведена. Тянут предоплату и лоха ловить, но сердце цыганское жаждет любить. Трепещет оно в волосатой груди, и молит он, Тимошенник, приди. Локацию скинь, я тут час прибегу, и страсть в твоем каменном сердце зажгу. Домашняя книга несчастного цыга уж слеплась от спермы груз на игру. Возьми мой ошейник, антимошенник, и я буду гавкать тебе одному. Он кассу сломал, но жестокий урод, а с кассы ведь все без живет. Муж тип и сердечный подъедет седой, и что-то случится, клянусь бородой. О нем мои мысли ночью и днем, ебу его маму, мечтаю о нем. Ночи его стримы в телеге ловлю, люблю, ненавижу и снова люблю. Домашняя книга несчастного цыга уж слеплась от спермы и груз на игру. Возьми мой ошейник, антимошенник, и буду я гавкать тебе одному. Домашняя книга несчастного цыга уж слиплась от спермы и грустно ему. Возьми мой ошейник, антимошенник, и я буду гавкать тебе одному. Домашняя книга несчастного цыга уж слиплась от спермы и грустно ему. Возьми мой ошейник, антимошенник, и буду я гавкать тебе.